Проследите, чтобы кухня была готова к утру. Слава ангелам! Ты вернулся! Преподобной матери надо об этом услышать. Но она сейчас в Корваларе. Тебе туда. Все происходит так, как предсказал Инарий. Вскоре он сможет сбежать из санктуария и вернуться к себе на небеса. Нужно подождать. Я еще не готов. А, ты как раз вовремя. Это Квера. Она считает, что в ее мужа вселился демон. Не считаю, так и есть. Он часами бродил где-то, а потом вернулся с окровавленными руками. Сказал, что ничего не помнит, но мне сделалось страшно. Я связала его и заперла в подвале. И побежала за помощью. И мы тебе поможем. Идем, покажи, где он. Как? Демоны уже появились? У меня мало ярости. Где же ее муж? Что это было? Мой муж Вазок. Он прятался наверху. Он побежал в том направлении. Поспеши, пока он еще кому-то не навредил. Все хорошо? Рана не такая страшная, какой выглядит. Я выживу, иди! Иво, смотри на меня! Не уходи! Демон! Весь в крови! Монстр! Вон он! Проклятие! Он залез в стог! Базик, постой! Субтитры сделал DimaTorzok.
полны. Я еще не готов. Ярости. Тебя не оставим! Сумка полна.
Осторожнее. Ситуация непростая. Делаем как прежде. Возьми чашу и поставь ее рядом с ним. Так близко, как выйдет. Я пока его отвлеку. Вазок, спокойно. Повторяй за мной летание, хорошо? Нет! Назад! Все будет хорошо. Отец Инарий, узри! Я проливаю черную кровь. Очисти ее светом. Не надо! Прошу! Как больно! Пусть он наполнит... Нет! Нет! Что-то не так. Твоя победа ничего не значит. Вазок, я не справилась. Прости, прости меня. Надо выбираться отсюда. Я цела. Нужно только отдохнуть и согреться у огня. Спасибо. Все кончилось скверно, но без тебя дела пошли бы еще хуже. Надо подобрать слова, чтобы рассказать Квере о Вазаке. Береги себя, дитя. Больше я не унесу. Я не могу это разобрать. Приходи, если захочешь что-то выковать. Нашел на руке новый чири. Это уже 17-й. Мало ярости.
ярость. Я еще не готов. Безумица с топором. Она убила моих рыцарей, раскидала, как детей. Ее лицо было искажено болью. Точно она не владела собой. А топор, он как будто пил кровь. Кто-то должен отнять у нее этот проклятый топор. Ополченцам это не под силу. Они были защитниками и наблюдателями, которым я доверял. Нет, только не ты! Не подходи! Она молила о пощаде, а теперь с жадностью глотает людскую плоть. Мне не хватает ярости. Дело сделано. Магдалена, разрази меня, свет. Как же так вышло? Мне нужна твоя помощь, и времени мало. Чтобы уничтожить клинок, надо изгнать из него демона. Встретимся на утесах тысячи ветров. Мой скит стоит на священной земле. Нет места безопасней, чтобы провести ритуал. Топор лесоруба. Я подозревал, что он опасен, но что подержим, помыслить не мог. Немногое известно о столь порочном артефакте. Надо вернуться в скит и поразмыслить. Я Перин, хранитель запретных знаний, книжник церкви. Я изучаю великого врага во всех его воплощениях. Магдалена работала у меня долгие годы. Мне больно от того, что ее постигла такая судьба. Если этот артефакт из Невеска, я добьюсь того, чтобы город сожгли до основания, а землю усыпали солью. И еще мерзости в нем скрываются.
еще не готов. Ярость иссякла. Мало ярости.
еще не готов. Мне не хватает ярости. Ярости. Let's go.
готов. Ждать. Thank you.
нужно подождать.
Благослови тебя, Свет. Если что-то нужно, поговори с тобой. Иначе мы все пропустим. Помолись за меня. Я просила Инария дать мне силы, чтобы побороть искушение. Но не могу удержать свои руки от воровства. Будь то они одержимы. Я больше никогда не произнесу имя отца Инария в суе. Только вытащи меня отсюда. Умоляю. Я ищу Харадрима по имени Дон. Я от его старого друга. Сейчас он, скорее всего, в крепости. Спроси стражника у двери. Всему, что болтают в округе. Лесной народ хлебом не корми, дай только собор оклеветать. Забывают, сколько всего мы сделали, чтобы исцелить эти земли. Используй эти детали с умом. Используй это с умом. Он с сыном наверху в главном зале, но не отвлекай его надолго. Папа, мне надо сражаться вместе с другими рыцарями. Чему такая спешка? Я тут нашел мои старые харадримские фолианты. Останься, и мы вместе их почитаем. Несколько я могу взять с собой. У нас гость. Мы вернемся к этой теме. Тебе что-то нужно? Я с посланием от Ларата. Да. Давно я о нем не слышал. Старик, наконец, спустился со своей горы. Чтобы сказать, древнее зло на свободе. Демон Лилит. И вы уверены, так? Вы с Ларатом нашли что-то интересное. Может, это связано с тем, что ты видел? Да, я как раз собирался... В моей усадьбе стряслась беда. Но лучше поговорить об этом там.
Иди и осмотрись на месте. Потом я подойду, и мы все обсудим. А что до просьбы? Иди в Брестейк. Будь осторожнее, не отходи от других рыцарей. Ладно, не волнуйся. Добрый человек, помоги старому солдату. А, спасибо, странник. В эпоху пепла меня сильно ранило. Я прикоснулся к демоническому огню, думал, что это храбрый поступок. Он до сих пор жжет мне руки. Я чувствую, как сгорает кожа. И до сих пор больно притрагиваться к чему-либо, кроме золота. Преступление против знаний. Нас уже не так много, но мы остались. Пока лес говорит, будут и те, кто слушает. Взгляни на эти каменные скрижали. На них ранние письмена моих предков-друидов. Их все уничтожили. Звери на равнинах Гатмар недавно с ума посходили. Принялись разбивать и даже пожирать наши скрижали. Звери есть звери, чего их винить? Но историю надо сохранить. Ты же понимаешь, как она важна? Прошу, верни все скрижали, какие найдешь. Когда-то я обучал старой вере Йорина и его мать Брегу, пока она писала свои хроники. Они глубоко уважали наши обычаи. В свою очередь, она вдохновила меня провести перепись наших древних реликвий. Она напомнила мне, сколь легко может забыться прошлое. Добро пожаловать в поместье Преграды Огня. Я расследую то, что случилось. Донан разрешил осмотреться здесь. Происшествие? Это все, что он сказал. Должно быть, это он про свой кабинет. Там произошло нечто жуткое.
знаю, кто ты. А я знаю тебя, Донан. Ты постарел, устал. Каждый день новое разочарование. Что тебе нужно? Астарот. Он мертв. Его нельзя убить. Не твоей рукой. Что ты с ним сделал? Прочь, демон! Изыди! Ты не тот, что прежде. Я верну тебе прежнюю силу. Убирайся обратно во тьму! Я сказал, прочь! Нужно подождать. Козлоногие. Никогда прежде не видел этих тварей так близко от усадьбы. Должно быть, их притягивает Лилит. Ее видение явилось мне в твоем кабинете. Что значит видение? Я не понимаю, как это работает. Но такое уже не в первый раз. А ты умеешь удивить. Не мудрено, что Лорат тобой заинтересовался. Теперь ты видишь, что меня тревожит. В моем доме дочь ненависти. Она должна быть зла, что я ее изгнал. Кто еще изображен на той картине у тебя на стене? Почему ты спрашиваешь? Лилит ушла, когда их увидела. Нафейн и Айрида, друиды, они помогали убить Астарота. Да. Да, ты что-то нащупал. Я не поддался ей, так что она теперь может попытаться узнать о демоне у них. В деревнях неподалеку от мест друидов несут дозор рыцари. Если там проходила Лилит, они могли ее видеть. Thank you.
должен позаботиться о мертвых. Если бы я знал, что они в беде, я бы запер усадьбу. Проклятая Лилит. Это все из-за нее. Конечно же, нет. Демоны невероятно высокомерны. Она ни за что не признает, что мы, люди, смогли одолеть Астарота. И все же мне это не нравится. Почему она его ищет? Чего она хочет? Астарот пришел из царства ненависти, а Лилит когда-то жила там. Быть может, здесь и кроется ответ. Надо поразмыслить. Они были мне как брат и сестра, но жизнь развела нас по разным дорогам. Рида с головой ушла в заботу о мертвых. Мы уже не встречаемся, чтобы обсудить былое. Мне ее не хватает. А на Фейн печально, что он обозлился. Живет в лесах, совсем один. Отказывается меня видеть. За это решение меня или превозносят, или проклинают. Третьего не дано. Друиды вроде Нафейна считают, что я просто отдал их землю кающимся. Будто у меня был выбор. Мы отстраивали Скозглен. Нам нужна была помощь, защита. А собор... хотел помочь. Рагма мертв. Я пришел с пророчеством к Инарию, чтобы он прочел его истинный смысл. Как он мог убить из-за него сына? А теперь его заветный ключ от преисподней в руках у Лилит. Наверное, он как-то связан с Астаротом. Многие пострадали при нападении на поместье, а наши медикаменты почти закончились. Можешь отправиться в Киригар к алхимику Корману. Скажи, пусть пришлет все, что у него есть. Да побыстрее, каждая минута на счету.
Еще не готов.
Слышишь? Надо поговорить. Одной нашей подруге нужна помощь. Но надо быть осторожнее. Держи. Она просила передать тебе письмо. Мой друг, не знаю, сколько еще смогу держать перо дрожащей рукой, так что буду краткой. Я думаю, что демон, которого мы якобы уничтожили в стоках, выжил и вселился в меня. Прошу, приходи в подвал к Вере. Ты единственный, кто может мне помочь. Моя жизнь в твоей... Свежий эликсир. Замечательный отвар. Это одеяло грело Праву, пока она болела. Оно меньше, чем я думал. Может, ты просто глупец, что учит жреца вере? Приходи ко мне в архивы Элизиума. Там я изгоню демона из твоего тела. Иди своей дорогой, а не то... О, это ты. Я рада тебя видеть. Сестра в подвале, проходи скорее. И спасибо, что попытался спасти моего бедного Вазика. Я знаю, что ты сделал все, что мог. Раньше Собор Света часто проводил такие ритуалы, когда кто-то попадал в беду. Но с недавних пор они попросту сжигают демонов вместе с жертвами. Я верю в отца, но не мог позволить, чтобы сестру сожгли. Она ведь спасла моего сына. А уж что случится со мной, неважно. Да. Она упала без чувств, пока рассказывала, что случилось с Вазаком. Я хотела попросить кого-то из кающихся рыцарей помочь ей, но она умоляла этого не делать. Она попросила меня спрятать ее и сказать жрецам, которые будут ее искать, что я ее не видела. Признаться, мне пришлось бороться с собой, лгать собору
Да как можно? Я едва не выдала ее много-много раз. Но затем я вспомнила, что когда помощь нужна была мне, она была рядом, готовая сделать все, что потребуется. Так что пришла пора вернуть долг. Я знала. Времени нет. Надо провести обряд крови. Изгнать демона. Что? Сама не смогу. Тебе нужен мой молитвенник, но чаши... Чаши нет. Надо достать новую. И где это место? Маргрейв. Матвей. Он хранит чаши. Но... Знай, он подозревает всех. Придется обманом. Прошу, побыстрее. Нужно подождать. Нужно подождать.
Нужно подождать. Спасибо. Здесь записаны наставления, молитвы и мудрые изречения самого Фиакла Гира. Жизнь — это бесконечный урок. Только надо узнать,